Друзья, перед просмотром данного влога пройдите по ссылке ниже. Там я снимал розыгрыш, я очень жестко разыграл Алину. Она до сих пор на меня злится? Или нет? Ну а потом обязательно возвращайтесь сюда, чтобы посмотреть бэкстейдж и сам влог. Спасибо. Короче, пришли с ребенком на в поисках Дори. Это, как я понял, продолжение Немо. Там была какая-то шизанутая рыбка, да? Ее искать будут. Но... Да, она была шизанутая. Потому что, скорее ты всего, на это... Ты еще ближе камеру, вот вдруг не видно, меня этих глаз засунули. Один из двух главных минусов GoPro – это, конечно же, звук, и особенно на ветру. Бывало, что при монтаже возникали такие проблемы, либо микрофон плохо захватил звук, либо захватил много ненужного шума, ветра, рева и так далее. Купим один из лучших внешних микрофонов для GoPro, протестируем, откроем. И уверен, все станет еще намного лучше. Это мой спаситель. Сам микрофон, переходник, петличка для Аладдина. Непонятная хрень. Без понятия, для чего это все. Вот так вот это теперь выглядит. По идее, должен звук быть намного чище и лучше. Даже в ветреную погоду надо будет протестировать. Мы идем наверх на смотровую площадку. Я там не был после реконструкции. До ее, по-моему, там и не было. Вот там примерно моя машина. Здесь очень ветрено, и это хорошее место протестировать новый микрофон. В общем, сейчас звук с... Теперь без. Ну что, пацаны, после часов мольбы она меня простит? Нет. В общем, больше я ее не разыгрываю. Ну, по крайней мере, в этом лете. Моя очередь настала. Ты меня не сможешь разыграть. Мы с Алиной в центральном детском мире. Я ее заставил сюда прийти. Смотрим мне игрушки и пытаюсь найти что-то связанное с покемонами. Вот это просто мечта. Обалдеть. Алин, хочу. Вы посмотрите на все эти детали. О май гад. Это же все, мать его, Лего. Ну, это космос, Алин. Видишь, это карты игровые. То, что тебе... Помнишь, я тебе на приставке показывал? Блин, в детстве этого всего не было. У меня охуеннейший план. Я нам покупаю два набора ККИ, и мы играем с тобой. Мы сегодня провели очень много времени в ПГ, в нескучном. Нагуляли много километров, и у нас сегодня 10-километровое яйцо. Алина, ну, давай, давай, хорошо. Понимаю, хорошо. Твое мнение, что думаешь? Прикольно? Ты такого не видела? Скажи в камеру. И теперь я должен смотреть. У него 1738. Серьезно? Да. Еба! Это новые, самые сильные. 1978. Мы сейчас с Алиной вдвоем на даче. Погода снова отвратительная, но ничего, мы нашли в себе развлечение. Оу, е! В это время я в очередной раз просматривал, что у нас в тренде популярно на русском YouTube, и становится на самом деле грустно, потому что я параллельно сравниваю с американским. Давайте просто пробежимся. Любимая тема русского YouTube — лайфхаки. Давайте послушаем. Сейчас мы прокачаем вашу способность к существованию.
Датчиковые батарейки валяются в ящике как попало. Отрежьте небольшой кусочек резинки от бабушкиных трусов, сложите его вдвое и сделайте отметки каждые 2 сантиметра. Ну заебись, теперь моя жизнь будет точно лучше, чем раньше. Всякие Дмитрии, Донские, Майнкрафтеры и прочая хрень, это ладно, черт с ним. Покемоны, Майнкрафт, покемоны. Он высветился. А где написано? Дальше, короче. Пикачу! Пикачу, это ты? Ты? Все, мы тебя поймали. Просто без комментариев. Алин, давай, все, топай сюда. Кстати, если кому интересно, сейчас покажу, ребят. Вот это. Это дом Вани. Да-да, там того самого Вани, именно там мы и познакомились. Охуенный шашлык. Спасибо Алине. Мы здесь на 2 дня. Завтра уже уезжаем. Возможно, если успеем, встретимся с Ваней и Дашей. Где Смока? Как дела? Это Алина. Да, на Смока. Ваня роллер. Ну нихуя. Разогнал. Торможу, я сразу сейчас облечу, да? Медленно. Какая-то. Резкий тормоз, ее начинает вести. А ты плавно тормози. Ну, машину ехала, как по тормозам. Ваня, слышишь, Ваня бобслеист. Да. Лично стали ликер. Можно водка? Это водка. Это случится сегодня. Мы разыграем мою девушку Really, Really Bad. Really, Really Bad. Как вы уже знаете, Алина была 3 недели за границей и постоянно мне твердила про каких-то телочек, что я с какими-то телочками тусуюсь и так далее. Я решил это немного обыграть. Сегодня мой друг от лица моей бывшей напишет мне смс в то время, пока телефон будет у нее в руках.